В раю живете. Лея Исаевна, несравненно, Лея Исаевна, вы неподражаемы. Я вас приветствую. Вот кого надо в кино снимать, нарком. Мне кажется, то же самое. Владимир Иванович, а почему вы до сих пор не придумали роль для жены наркома? Не подлизывайся, тебе есть кого снимать. И до конца дней своих. Это да. Я хочу тебя спросить. Что, Коль? Что я? Вы тут выпендриваетесь, чья кровь лучше? А там лежат дети, им срочно нужно переливание. Принимала причастие счастья, и, как видишь, помялась отчасти я. Слушай, а может продать квартиру? Купить байк и рвануть, куда глаза глядят. А вы водить-то умеете? Еще как! Нет, 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 стойте. Ему запрещено покидать этот свой торжок. И не отмечаться по месту в торжке не имеет права. Ой, Аллочка, ладно, я пошла, пока. Так вмазать судьи, ой, судьи. Ух ты, ну, ты жрать мясо съела. Блин, за блин, людям нужен допинг, ежедневный допинг. Ну что за характер? Я женщина свободная! Учись проигрывать! Да хватит уже! Остановите это! Стоп! Все перезаряжаемся! Выходите! С парнями на озера она ездить может. Особенно свирепствовала Аннушка. Чего? Свет надо тушить за собой в уборной, вот что я тебе скажу. Тихо. Население. И, кстати, прозвали здесь Аннушкой Чумой. Он же инженер-конструктор. Сейчас на этом не разбогатеешь. Права такого нету морозить рабочего человека. Из воспоминаний Елены Булгаковой. В чем дело, Миша? А у меня сегодня борщ. Ты здоров, молод. Хорошо, хорошо, клянусь. Булгаков вовсе не шутил. Именно тогда он очень отчетливо увидел свой финал. Аарон Ратц. Я думаю, что он твой сын. Для твоего отца ничего важнее этого письма нет. Это последнее, что у него в жизни осталось. Где твой галстук? Последние месяцы его жизни будут описаны в дневнике Елены Сергеевны. 10 марта, 16:39. Миша умер. Да все не так. Детка! Поздно мне уже начинать взятки брать. Думала, я еще кому-нибудь нужна. Отчего я на вид пожилая? От того, что с тобой пожилая. Возраст. С тобой имела мало дела, и от того помолодела. Оставьте себе аванс, который я вам заплатила. Ты думаешь, я не понимаю, зачем оно тебе? Игорь, а я давайте. Ухожу, ничего не выйдет. Так это вы угнали автобус? Да. Тогда вам придется искать новых клиентов. Только не среди моих друзей. Когда ты уже нас со своим женихом-то познакомишь? Ой. Хочу влюбиться. Хочу влюбиться. Благодарю, дамский угодник. Почему без жены? Хватит меня уговаривать. 63 раза мы пробовали, и каждый раз что-то шло не так. Спасибо, Лиса. Оцените. Оцените. С удовольствием. Мне кажется, это должно уже навести вас на мысль, что невозможно искусственно это подстроить. Все повторяется. Лиса Ивановна, прекрасный борщ. Спасибо большое. До свидания.
из-за мужика друг друга загрызть можете. Даже если вы сами верите в эту вашу работу, вы обманываете людей. Вам решать.